Приветствую вас, Анна. Я полагаю, именно так вас зовут, Анна. Смотрите, во-первых, вам нужно обратиться к психологу. Информацию предоставить вы можете так, как вам удобно. Вот, ничего зазорного в этом нет. Ну, несколько, конечно, удивительно, что вы сами не отдаете себе отчет в том, что это очень серьезно. Просто потому, что для вас это серьезно. Вот, просто потому, что вас это беспокоит. Вот, но с учетом того, что вы описали, мне кажется, это вполне естественно и нормально, что вы так себя чувствуете, что вы так себя ощущаете. Значит, что я могу сказать? Ну, во-первых, вот что я почувствовал, это то, что у вас есть большая сложность в том, что вы не смогли оправдать ну, чьи-то ожидания. Вот. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вы не смогли оправдать ожидания, например, ну, не знаю, может быть, тех же родителей ваших, или что-то в этом роде. Потому что есть ощущение, что вы вот, что вот такое ощущение, да, что вы переживаете вот как раз по поводу того, что не смогли оправдать чьи-то ожидания. Вот, тоже, ну, достаточно сильно это чувствуется, достаточно сильно это ощущается. Вот, по крайней мере, если мы говорим о том, что вы написали. И, соответственно, если же очень сильно не принять от себя, вероятно, на этой основе, вот как раз того, что вы не оправдываете чьих-то ожиданий. Вот. Есть очень сильное такое прям отрицание себя. Но прям вот чувствуется, прям ощущается, да? Ну, вот. И, в общем, мне кажется, что это одна из главных, наверное, ваших проблем. На данное время. Что у вас идет вот такое очень жесткое отрицание себя, прямо очень жестко. Себя вот вы прям не воспринимаете. Вот. Ну, что касается психологии, выглядит все как психосоматика, как внутренний конфликт. По поводу как раз того, что вы должны, по поводу как раз того, что вы обязаны. Ну и с той проблемой, что вы-то должны и обязаны, да, но как бы ничего для этого не делаете. Вот. И,
соответственно, это у вас очень сильно текается, выглядит так, как будто вот это реагирование на то, что вы не оправдали чьих-то надежд и ожиданий. Ну, собственно, вы и сами это немножко подтверждаете в своем тексте. Вот вы пишете, сильно чувствую вины, да, перед кем? Чувство стыда, это обесценивание своих желаний, своих ценностей, своих потребностей, чувство неправильности, глупости своих действий, своих слов, своих решений, глупо все, что я делаю, за все стыдно и страшно. Ну вот. Соответственно, откуда это могло взяться, да? То есть, правда, вы же не думайте, да, что это, ну, это случайно. Вот, если это есть, если это вы чувствуете, значит, культ это взяло. Вот, и, соответственно, ну, у этого есть причины. Вот, и, как вот я думаю, что эти причины нужно разобраться. Потому что с ветряными мельницами, с ветряными мельницами вы, на мой взгляд, сражаетесь. Вот. Потому что эти витамины, да, это все хорошо, только если мы говорим о чисто такой, чисто физиологической истории, если мы говорим. А здесь не совсем чисто физиологическая история, точнее, здесь она вообще не физиологическая. Здесь она, история здесь психологическая. Вот. И работать, соответственно, нужно в этом направлении. Поэтому витамины вам, на мой взгляд, не помогут. То есть работать со стыдом, да, через психотерапию работать со стыдом, с обесцениванием себя, самооценкой и прочее. Вот. Значит, дальше. Навязчивые мысли. Навязчивые мысли здесь плюс агрессия, которая явно чувствуется у вас, да, то есть агрессия ощущается очень сильно ощущается агрессия. Вот, агрессия здесь, с одной стороны, как защита выступает от, ну, от постоянной угрозы вам. Вот, с другой стороны, агрессия выступает здесь как способ реализовать и отреагировать на то, что для вас важно, то, что вам хочется, вот, то есть, ну, без этого, да, то есть, без агрессии, я думаю, что вам было бы крайне тяжело жить, то есть еще тяжелее, чем сейчас, да, хотя, казалось бы, куда еще тяжелее, но вот было бы еще вам тяжелее. Вот эта агрессия в этом плане вам немножко помогает, хотя и, ну, безусловно, ну, безусловно, не так, как хотелось бы вам, и не так, как это, ну, как это могло бы быть, вот, в случае, например, если бы вы работали бы
со своими чувствами, да, и в случае, если бы вы понимали, вот именно понимали, что с вами происходит. Вот. Это вопрос, конечно, исключительно. Это вопрос исключительно вашего отношения к себе, это вопрос исключительно того, как вы воспринимаете себя. Вот вы говорите, что вы живете с родителями, здесь детско-родительские отношения. То есть обесценивание себя и то, как вы к себе относитесь. Сейчас это результат детско-родительских отношений. То есть родители прямо или косвенно вам как-то вот вложили вам эту идею о том, что вы вот какая-то не такая, да, что с вами что-то не так, вот, и вы, ну, а вы ее подхватили, потому что с вами, опять же, все в себе изначально вы были не уверены. Вот, ну, вот. И, соответственно, он запустил бот, запустил процесс. Ну, надо сказать, что, да, крайне негативный процесс это запустил, конечно. Дальше идем. Так, значит, бывает ощущение нереальности происходящего, так, ну это очень похоже на защиту. Вот, очень-очень похоже на то, что вы пытаетесь защититься через дереализацию. С психологической точки зрения, потому что, ну, так вы внушаете себе, вот, что у вас нет никаких чувств. Вот так вы внушаете себе, что у вас все хорошо, вот, что вы, например, все просто придумали, вот, и все действительно это все полная фигня, и вообще делать это ничего не надо. Ну, как вы, я надеюсь, понимаете, что это достаточно серьезно. Дальше. Ненавижу себя искренне и сильно, во всем же пассивной агрессии, осуждение, даже как я сама направляю ее на себя неосознанно. Не скажу, что слышу голос, нет, это я же сама, например, пишу что-то приятное, милое, и тут что-то в голове удает оскорбление, хит на смешку. Ну, здесь вы, конечно, немножко ошибаетесь, и это нормально, вот, потому что вы не совсем отдаете себе отчет в том, как работает человеческое сознание, да, как работает подсознание, безусловно. Вот, совершенно, как бы, совершенно очевидно могу вам сказать, да, со всей ответственностью могу заявить, что те мысли, которые вы себе, условно говоря, ну вот, прокручиваете в голове, да, со всей уверенностью могу сказать, что мысли эти не ваши, со всей уверенностью могу сказать, что вам эти мысли не принадлежат, со всей уверенностью я могу сказать, что эти мысли принадлежат неким фигурам. Вот. Ну, не обязательно родительским, конечно, не обязательно.
не обязательно. Не обязательно здесь имеет место быть именно родительские фигуры. Вот. Но как бы правда в том, что это именно вот что-то связанное с родительским, ну, что-то связанное с родительским. Фигурами у вас происходит. А вот, потому что сами вы самостоятельно вы не могли бы дойти до ну вот такой мысли. Вот. Это важно понимать, что сами бы вы до такого бы не дошли. Вот. Сами бы вы не стали по себе так думать. Ну, вот. Потому что человек, он сам себя человек любит, сам к себе человек будет относиться хорошо. Вот. Дальше. Значит, ненависть, да, опять же непринятие. Я не могу построить отношения, избегаю людей, не смотрю в глаза. С кем было по первости комфортно и классно, быстро становится обузой и понимаю, что дело не в них, а во мне. Но здесь, мне кажется, у вас есть некий такой, может быть, страх близости, вот, присутствует. Вот, а может быть, какие-то еще другие элементы, вот, связанные с, опять-таки, взаимодействием с людьми, но совершенно очевидно как-то вот, что ну, некомфортно вам общаться с людьми, да, некомфортно. То есть вы себя чувствуете очень некомфортно. Ну, вот. А вы себя чувствуете очень некомфортно. Вы себя чувствуете в напряжении. Вы себя ощущаете. Вот. И да, у этого есть причина, у этого есть основание. То, что вы с людьми общаетесь не для того, чтобы что-то им дать. Не для того, чтобы что-то людям там, условно говоря, подарить. А вы, вероятно, общаетесь с людьми как раз для того, чтобы просто, ну, чтобы что-то доказать, возможно, да, чтобы что-то доказать им, чтобы что-то доказать себе, вот. То есть это такое вот, ну, не совсем, да, свободное, не совсем непринужденное такое общение. Вот, ну и от вас, собственно, требовать чего-то другого было бы странно. Вот, то есть вы, ну, просто, наверное, не способны. Вы просто не способны на другое. Вот. Опять же, это вот те самые требования. Вы требуете от себя слишком, ну, слишком многого.
вот, то явно вы не можете позволить себе. Так, я человек очень добрый, отзывчивый, тактичный, очень доброжелательный. Доброжелательный, люблю животных всем сердцем, людей, никогда не причиню никому боль, во мне много тепла, во мне здоровье. Ну, знаете, вот с учетом всего, что было до этого, вот, я рискну предположить, что не совсем вы добрые, да, не совсем у вас много тепла. Вот, почему? Потому что, ну, вы не удовлетворены сами по себе. Человек, он на самом деле не может быть добрым по отношению к другим людям, да, если ну, если ему не хорошо самому, вот, а вам не хорошо самому. Поэтому я не говорю, что вы прям таки злая, да, не хочу сказать, что вы прямо злая. Ну, я хочу сказать, скорее, что, ну, что вы не удовлетворены. Вот, и эта неудовлетворенность, она, конечно, она влияет, безусловно, вот, вне всякого сомнения, она влияет на вас. Вот. Поэтому, очень может быть, что ваша доброта и теплота – это больше про попытку компенсировать свой, ну, свой негатив, который у вас имеет место быть. Вот. Ну, выглядит это просто вот так. Именно выглядит это так. Вот. Я не говорю, что это прям на 100%, да? Так, но выглядит это примерно так. Честно говоря, что я не здоров, это тех, кто написал минут на 20, просто из головы, что вспомнил, это далеко не все, поверьте, я не ною. Так, ну здесь вы опять же пытаетесь как-то оправдаться. А нужно ли идти к психотерапевту? Да, нужно. Я очень боюсь, что даже он надо мной посмеется. А почему вы боитесь того, что он над вами психотерапевт посмеется? Это первое. Почему вы этого боитесь? Это первый момент. А второй момент. Что для вас это будет, ну, что для вас это будет означать, если психотерапевт, как вы говорите, над вами посмеется? Вот. Почему вы считаете, что психотерапевт вообще будет над вами смеяться? Вот. Ну, то есть. Вы считаете, что это так работает, что психотерапевт, вот он принимает клиента, да, и он над ним смеется? Вы думаете, так это работает? Или как? Я просто хочу вас понять, Откуда идея, что психотерапевт будет смеяться? Так, значит, да, я очень закрыл себе эти 2 года, нет отношений никаких, нет, никаких целей желаний. Но это похоже на депрессию, больше точнее на депрессивное состояние. Так, значит, я боюсь идти к врачу, именно поэтому нужно быть говорить о том, а мне стыдно. Так, когда я пытаюсь сформировать свои глубоко спрятанные мысли, глубоко лежащие чувства и слова, очень более озвучивать их или даже вливать на бумагу, мне начинает тошнить физически. Сейчас так, мне жутко, так быть не должно. Но это, опять же, не принятие.
Не принять, вы себя не принимаете просто. Вот. Это корректируется? Ну вот, это корректируется. С этим все можно работать. Вот. А, вопрос только вот в том, хочется ли вам. То есть, ну, хотите ли вы, будете ли вы с этим работать? Вот если да, то мы вам поможем вообще без проблем. Так, значит, я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что, Анна? Ответьте мне на этот вопрос. Что делать, чтобы что? На этом всем, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.